В завершении выпуска Международный день тигра отметили в Хабаровском зоосаде Приамурске. Виновника торжества, как и полагается, вместо торта накормили мясом, причем из Якутии. Репортаж нашего собственного корреспондента в Хабаровске Стаса Михайлова. Несмотря на то, что амурский тигр является вымирающим видом, работа по сохранению популяции приносит на сегодняшний день положительные результаты. Численность амурского тигра на Дальнем Востоке растет. По результатам сплошного учета количества тигров, их стало больше на 30 особей. Это ли не повод для веселья? На празднование собрались жители и гости города. Главные виновники торжества – тигр Бархат и тигрица Ригма, как всегда, спокойны и вальяжны. Ригма более спокойная. Она оказалась великолепной матерью, воспитав в зоосаде 4 тигрят, подрастив. А Бархат, ну, несколько баловень, до года он жил с родителями. Родился он в Приморье, в Гайвороне. У него была красавица-сестра, Аралия. Кстати, среди 4 тигрят Ригмы был и небезызвестный Амур, прославившийся дружбой с козлом Тимуром. Аппетит у родителей звезды хороший. В меню в основном мясо, да не абы какое. Покупаем по аукционам с Якутии. Ну, действительно, это чистое мясо. Это мясо из природы, и, в общем-то, мы уверены, что никакие антибиотики в этом мясе не присутствуют, потому что, ну, по определению, кто будет этим заниматься. А им это нравится, в общем-то, мясо мясу рознь. Побороться за 12-килограммовый кусок мяса с тигром предложили посетителям, устроив перетягивание каната, к одному из концов которого привязали мясо. В итоге веревка просто лопнула. Такое мясо Бархат никому не отдаст. Стас Михайлов, НВК Саха, Хабаровск.